Ильяс Шакмаев уже 3 года волонтер «Зеленой волны». Это проект, который призван вовлекать участников в деятельность по защите окружающей среды и повышать уровень экологической культуры. Ильяс очищает от мусора берега рек, высаживает растения на общественных территориях, ухаживает за ними. Рассказывает, недавно они с мамой собрали урожай фасоли, который передали пенсионерам. Также школьник состоит в движении первых. За активную волонтерскую деятельность Ильясу вручили паспорт в торжественной обстановке. Потому что люди все загрязняют, все реки, водоемы. А я просто из деревни, мне природа нравится. Тревога больше и радость. Торжественно так много народа. В рамках всероссийской программы «Мы, граждане России» первые паспорта сегодня получили около 20 активных школьников. Это ребята, которые достигли успеха в спорте, науке или творчестве. Новоиспеченные граждане России произнесли торжественное обещание и исполнили гимн. Сегодня у нас такой период каникул. Сегодня ребят у нас меньше, чем там традиционно вручаем. Но так или иначе, мы традицию не бросаем. И в период летних каникул тоже ребятам помогаем обрести свой первый документ, чтобы это запомнилось ему на всю жизнь. Также для школьников прошла встреча с работником регионального центра старейшего Пушкинского музея. На ней ребятам рассказали о предках и потомках великого поэта. Встреча прошла в рамках проекта, который посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича. Александр Сергеевич Пушкин остается величайшим поэтом, величайшим гражданином своего отечества. И мы сегодня обращаемся к Пушкину. Мы ищем ответы на очень сложные вопросы. И мы хотим, чтобы эти ответы на эти сложные вопросы находили и ребята. Сегодня кому 13, 14, 15, 16. Потому что именно им жить, мы им оставляем наследство. Волонтеры движения первых ежемесячно вручают паспорта активным школьникам города. Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События.